Приветствую, друзья. Вот получил такую посылочку. Вот она. Посылочка такая. Сейчас будет распаковочка у нас с посылочкой. Посылка с распаковкой. Сколько времени займет, не знаю, но постараюсь как-то это все ускорить процесс. Распаковываем аккуратненько. Распаковываем. Вот он, дуги. Дуги V-Max. Это шикарный телефон. На самом деле он поддерживает, как заявлено, видео съемку на 4К поддерживает, и флешку внешнюю на 2 терабайта. Флешку я закупил, да, у него своих вот получается 256, вот 256 своих, и 20 гигабайт там, 8, короче, оперативки тоже немало. V-Max, Silver, все дела, все, красота какая. Вот она тут прям вообще. Так, вскрываем далее, смотрим, что аккуратненько вскрываем, аккуратненько делаем отверстие, проходимся так вот аккуратненько. Щик, вскрыли, замечательно. Вот она, распаковочка. Смотрим, что дальше. Аккуратненько уезжает. Ну, поможем. Па-бам! Здесь ничего. Смотрим, что здесь. Вот он, красавец. Дуги V-Max. Просто красавец. Просто он огромный. Товарищи, друзья, любите меня семеро. Он огромный. У него вес 400 с лишним граммов. Здесь вскрыли. 400 граммов удовольствия. У него, если я не ошибаюсь, на 10 тысяч этот... Ёпарасоте. Тут всякие кнопочки, клавиши. Чё кого тут? Прям... Понятно, две флешки, два ИМЭ различных. Он сделан, соответственно, в Китае. Смотрим. Снимаем. Не снимаем пока. Смотрим. Запускаем. Что ты мне покажешь такого интересного? Дуги на андроиде. Дуги на андроиде. Это сам телефон, первый запуск. Я того родственник, он телефон, конечно. Он прям вообще, он огромный. Так, пока этот дуги на андроиде запускается. Ёпарасоте. Нет, мне нужен не English. Мне нужен русский. Где тут? Смотрим, русский. Вот русский. Русский Россия, конечно. Русский Россия. Начать. Ну, здесь мы потом разберусь. Это потом будет. Вот он, красавец. Он просто огромный. Он просто неимоверный. Потом сюда, если нажать, ничего не будет. Здесь под карту. Под сим-карту. Как-то оно открывается все. Он просто огроменный. Звук больше, меньше, да, ну, соответственно, да. Ёпарасоте, он толстенный, вы видите, вот мой палец и сам, да, то есть как бы это просто вообще, вот он толщиной в палец. Офигеть. Вот, что у нас еще тут? Что еще у нас тут? Тут у нас еще что? Здесь какая-то карточка непонятная. Бронеэкран, я так понимаю. Что еще у нас сюда входит? Очередная бумажка. Руководство пользователя. Ага, Type-C на Type-C. Зарядное устройство. И, собственно говоря, Type-C. А где у него второй? Тоже Type-C на Type-C
провод. И все. Он просто великолепен, друзья. Это нечто. Это прям вот сейчас буду сам себя радовать. Всем спасибо. Ставьте лайки. Пишите вопросы по использованию данного телефона. Я поделюсь обязательно такой прелестной штукой, как вообще. Я очень рад, что я купил этот телефон. Да, он стоит там что-то для этих характеристик. Там что-то чуть меньше 40 тысяч отдал. Это я прям в диком восторге от него. Прям серьезно. Это что-то с чем-то, друзья. У него тут открывается все вот. Ох. Прям красота сейчас. Потом следующее видео сниму про этот телефон. Какие у него звуки и прочее, прочее. Камера какая у него. Может быть, даже на него сниму. Все, ставьте лайки, подписывайтесь и спрашивайте, какие еще нужно интересные телефоны купить, посмотреть, чтобы распаковочка была такая здоровская. Друзья, я прям вообще, я в диком восторге. Он даже он полностью заряжен. У него этот самый батарейка на 10 тысяч каких-то там то ли миллиампер, ну вот. Это здорово, это просто великолепно. Прям у меня эстетический оргазм. Прям, друзья, я не знаю, что с этим делать, короче, с этим ощущением прелестного, прекрасного. Он просто крутой. Крутой телефон прям. Вот он вот тут подзарядку открывается. Вот смотрите, вот. Все работает, все здорово. Я в шоке, короче, друзья. Нет слов, нет слов.